Большая сеть МФЦ развернута в Ульяновском регионе. Всего насчитывается 28 таких центров. Здесь можно получить основные государственные и муниципальные услуги. За первый квартал этого года специалистами уже оказано свыше 300 тысяч госуслуг. Наибольшей популярностью у жителей пользуются услуги МВД и Росреестра. В первом квартале 2017 года более 50% всех оказанных услуг составляют услуги по линии Росреестра. У нас в Заволжском центре есть еще одна популярная услуга, она набирает обороты. Это замена водительских удостоверений. К нам обращаются граждане не только Заволжского района, но и всего города, а также жители области. Заменить водительское удостоверение пока можно только в Заволжском многофункциональном центре. Чтобы обменять права, предусмотрен несложный алгоритм действий. Процедура почти не отличается от ГИБДД. Жителям нужно зарегистрироваться в МФЦ для получения водительских прав, заполнить заявление, подать документы, сфотографироваться и поставить электронную подпись. Забрать права можно уже через несколько дней. Приехал я из-за того, что проживаю на этой стороне. Мне удобнее здесь. За первые три месяца года по линии Министерства внутренних дел было предоставлено почти 50 тысяч услуг. Это 20% от общего объема. Помимо замены прав, с началом дачного сезона большим спросом у горожан пользуются услуги по оформлению различного рода льгот. Центр мне очень нравится. Здесь очень чистенько, опрятненько. Сотрудники очень приветливые. Пришла я по вопросу о транспорте на дачу. У меня есть льготы, как у пенсионерки. Я ими воспользуюсь. На данный момент прорабатывается вопрос оказания услуг многодетным семьям и родителей детей до года вне очереди. Специально для них в каждом центре оборудован специальный детский уголок. Дарья Судрева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.